Чтобы вместе литься осенним днем, мы капля капли в этом дожде летим вперед к земле и воде. Запах тревоги с глаз октября, не плачь, малыш, это ты зря. Отрады не будет еще много дней, осень пришла, споем о ней. Прошу тебя, нет, прозрачный выдох, призрачный вдох, в такие моменты нам нужен Бог. В такие дожди надо дальше жить, отрезать, ломать, дойти до вершин. Прошу тебя, посмотри мне в глаза, мы капнули в лужу секунду назад. Кончится дождь, испаримся мы, и снова на небо ждать зимы. В июне посвящается она всем, кто за рулем. И тут есть две сносочки в тексте, я их, пожалуй, озвучу тоже для лучшего понимания. Первая сноска к словам «одни из нас», если вы знаете, есть такая компьютерная игра, «одни из нас». И эта фраза, она, ну, как бы символизирует то, что те люди, которые выглядят точно так же, как остальные, могут отличаться от них в ту или иную сторону. И вторая сносочка, собственно, тоже на черного лебедя, да, на ту самую теорию, видимо, тут все уже с ней знакомы. Да, Николас Насим Талеб, автор этой теории про маловероятные события, имеющие значительные последствия. Так. Называется «На этой стороне». И гора измятого металла, я догадываюсь, что с ними стало, и капот, как листик, унесло. Проезжаю мимо, жму на газ, пробка продвигается неспешно. Знаю, я ведь тоже не безгрешна, все, кто за рулем, одни из нас. Не хочу кого-то обвинять, каждый, в общем, ездит, как умеет, но пусть черный лебедь станет чуть белее, ведь кино не повернется вспять. Знаю, снова мчишься ты вперед по работе, в магазин, на дачу. Если я чего-нибудь дозначу, стань не тем, кого она берет. Здрасте, встретимся.
Все.